Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados e informados con lo que pasa a última hora. Zelensky aseguró que Rusia tiene miedo porque está perdiendo el conflicto con Ucrania. El mandatario destacó que el sentido de la unidad en su país ha prevalecido por encima de las arremetidas de las tropas del Kremlin. Durante la noche del domingo, Kyiv denunció nuevos estallidos. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Ucrania, Zelensky, aseguró que Rusia tiene miedo porque está perdiendo, en su opinión, el conflicto con las tropas ucranianas, que suma más de 10 meses desde que el 24 de febrero iniciase el mandatario ruso Vladimir Putin diese la orden de invasión. Nuestro sentido de la unidad, autenticidad, la vida misma, todo esto contrasta dramáticamente con el miedo que prevalece en Rusia, indicó el dirigente ucraniano en el discurso vespertino que graba cada día desde el inicio del conflicto. Ellos tienen miedo, puedes sentirlo y tienen razón en tener miedo porque están perdiendo, declaró Zelensky. Antes de aseverar con drones, proyectiles, cualquier otra cosa no los ayudará ya que el pueblo ucraniano está unido. Zelensky agregó que los rusos han sido patéticos y han entrado este año siendo los mismos, en referencia a las arremetidas de las tropas rusas en la primera noche del año. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvide dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. 22 год. Это был год трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества. Это был год, который многое расставил по местам, четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия. Показал, что нет высшей силы, чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, преданность своему Отечеству. Это был год поистине поворотных, судьбоносных событий. Они стали тем рубежом, который закладывает основу нашего общего будущего, нашей истинной независимости. За это сегодня мы и сражаемся. Защищаем наших людей на наших же исторических территориях, в новых субъектах Российской Федерации. Вместе строим и созидаем. Главное – судьба России. Защита Родины – это наш священный долг перед предками и потомками. Нравственная, историческая правота на нашей стороне. Уходящий год принес большие, кардинальные перемены и для нашей страны, и для всего мира. Он был наполнен волнениями, тревогами и переживаниями. Но наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Словом и делом поддержал защитников Отечества, наших солдат и офицеров, всех участников специальной военной операции. Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас, от нашей силы и воли. Западные элиты годами лицемерно заверяли всех нас в своих мирных намерениях, в том числе по разрешению тяжелейшего конфликта на Донбассе. На деле же всемерно поощряли неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса. Запад врал о мире, а готовился к агрессии. И сегодня признается в этом уже не стесняясь, в открытую. А Украину и ее народ они цинично используют для ослабления и раскола России. Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать. Военнослужащие России, ополченцы, добровольцы сражаются сейчас за родную землю, за правду и справедливость. За то, чтобы гарантии мира и безопасности для России были надежно обеспечены. Все они наши герои. Им сейчас труднее всего. Сердечно поздравляю с наступающим Новым годом всех участников специальной военной операции. Тех, кто сейчас здесь, вот здесь рядом со мной.
кто на передовой и на прифронтовых рубежах, кто проходит подготовку в учебных центрах, чтобы затем вступить в бой, кто находится в госпиталях или, исполнив свой долг, уже вернулся домой. Всех, кто несет боевое дежурство в стратегических подразделениях. Весь личный состав вооруженных сил. Дорогие товарищи, благодарю вас за доблестную службу. Вся наша огромная страна гордится вашей силой духа, стойкостью и отвагой. Миллионы людей душой и сердцем с вами. И за новогодним столом обязательно будут звучать тосты в вашу честь. Огромное спасибо всем, кто обеспечивает военные действия, водителям и железнодорожникам, которые снабжают фронт, врачам, фельдшерам, медсестрам и медбратьям, которые борются за жизни солдат, выхаживают раненых мирных жителей. Благодарю работников и инженеров наших военных и других заводов, которые трудятся сегодня с полной отдачей, строителей, которые возводят гражданские объекты и оборонительные укрепления, помогают восстанавливать разрушенные города и села Донбасса и Новороссии. Дорогие друзья, с 2014 года, после крымских событий, Россия живет в условиях санкций. Но в этом году нам была объявлена настоящая санкционная война. Те, кто ее затеял, ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта. Этого не произошло, потому что мы все вместе создали надежный запас прочности. То, что мы сделали и делаем в этой сфере, все это и направлено на укрепление нашего суверенитета в важнейшей области, в экономике. А наша борьба за себя, за свои интересы и за свое будущее, безусловно, служит вдохновляющим примером для других государств в их стремлении к справедливому многополярному мироустройству. Считаю очень важным, что в уходящем году в нашем народе приобрели особую значимость такие качества, как милосердие, солидарность и деятельная отзывчивость. Все больше граждан чувствуют потребность помогать другим. Они объединяются сами, без всяких формальных указаний. Хочу поблагодарить вас за чуткость, ответственность и добросердечие. За то, что вы, люди разных возрастов и достатка, активно включаетесь в общее дело. Организуете склады и транспорт, чтобы доставить посылки нашим бойцам в зоне боевых действий, пострадавшим жителям городов и поселков. Отправляете на отдых детей из новых субъектов Федерации. Огромную поддержку вы, мои дорогие, оказываете семьям погибших бойцов. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.